Ребятки, если вы хотите получить новенький iPhone, деньги, много конфет или игровой компьютер, то прямо сейчас успейте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокольчик за 3 секунды. Начинаю отсчет. 1. Скорее подписывайся на канал. 2. Ставь лайк. 3. Нажимай на колокольчик. Последняя цифра лайка – это и есть ваш приз. Кто успел, тот умничка. Желаю приятного просмотра. Так. Ага, самый выгодный бизнес на 2020 год. Ага, ого, внучаты, всем привет. Я сейчас тебе потом расскажу. С вами я, дед Гренни, и короче, знаете что? Так получается, я сейчас прочитал очень интересную статью о том, что в 2020 году будет самым выгодным. Пойдемте на улицу, я вам все расскажу. Ну а вы мне расскажите, внучата, почему вы мне лайки не ставите? Вам что, сложно? Ну, внучата, ну пожалуйста, ну что вы? Сначала ставите лайки, потом не ставите. Вы что, на деда обиделись? Или я вас чем-то обидел? А, расскажите, мы все дела порешаем, мы все намотим, все размутим, короче, внучата, пишите, если чем-то недовольны, пишите мне, поговорите, так сказать, с дедом, а в следующей серии дед обязательно ответит, почему, что и как. Так, короче, мы сейчас... Короче, что ты там где ходишь, бубнишь, я не поняла. Я тебе потом расскажу, покажу. Короче, внучата, чтобы вы понимали, внучаты, я делаю загон. Короче, в интернете написано, что самым прибыльным делом 2020 года является разведение курей. Курей будем разводить, внучаты, кучу курей. Вот, потом будем жарить яйца, продавать, жареное мясо продавать. Понимаете, сколько бизнеса можно? Смотрите, во-первых, это яйца. Во-вторых, это птенцы, которые будут появляться. В-третьих, естественно, это сырое мясо. В-четвертых, это копченое мясо. В-пятых, это жареное. В-шестых, ой-ой-ой, столько мяса. Короче, столько всякого от курицы можно поиметь, поэтому надо нам больше. Главное, чтобы бабка запах не почувствовала. Так. Хорошечно. Запах, так, конечно. Ну все, сейчас я приду. Куда и бабка? Ну, ты, я тебя буду искать, раз ты меня не говоришь, где ты. Бабка, ну я тут рядышком с тобой. Где это? Посмотри на потолок. На потолок? В смысле? Да я пошутил. Ты сейчас, что за шуточки, я не поняла. Бабка, ладно, успокойся, выходи во двор, сейчас тебе показывать буду. Какой двор? У нас много дворов. Двор, который главный, около моря. Около моря, да. Так, и шо? Короче, я сегодня в интернете прочитал. Ёперный балет, это кто? Это курица, бабка, погоди. Я, короче, открыл интернет. Хочу, спросил у интернета, какой самый выгодный бизнес, по мнению эксперта, в 2020-м. Они мне сказали разведение курей. Вот. Они мне сказали бестолковый дед. Почему? Очень даже толковый. Зачем эти курицы нужны? Но ты курицу любишь? Любишь. Я люблю. Не трогай ты, курицу. Ты больше любишь этих курятин, чем я. Ты... Фу, говорю. Бабка, да... Зачем их так много-то? Как зачем? Продавать, бабка. Смотри, ты только подумай сейчас, да, вот головой стоит, подумай, смотри, яйца продавать, куриц продавать, детеныши курей продавать, сырое мясо продавать, копченое мясо продавать, жареное мясо продавать, крылышки продавать, что такое? Ты понимаешь, что они будут вонять нам дом весь? Ну, бабка, но это минус, а как избавиться? Ну-ка подумай теперь ты. Как избавиться? Строить, Алёша. А какой? Ой, господи, такой ты бестолковый. Ты не дед, а бестолочь какая-то просто. Верни печки для жарки. Короче, же пойдут. Слушай. Чего? Надо им построить курячий дом. Как курячий дом? Это как? Я слышал, в магазине такой есть. Куриный дом. Курячий, я тебе сказала. Дом курячий. Сейчас я тебе покажу. Ну-ка, давай. Раз ты такой бестолковый, сейчас я тебе сама. Ну что-то, может, бабка что-нибудь толковое предложит? Я, конечно, сомневаюсь. Покажу, я тебе сказала. Ну, давай, бабка, давай. Так, где бы построить? Ну, давай прямо вот здесь вот и построю, короче. Давай. Получается вот так. А я тебе вот помогу. Так. Вот так. Сначала вот так вот. Не надо мне ничего помогать сначала. Угу. Так. Это лапище. Лапище. Да. Это лапище. Ну, похоже. Лапище. Давай лапищу делай. Сделал. Ну, вот, наверное, я даже... Нет, давай еще по одной все-таки добавим. Вот так вот. Ага. Пойдет. Сзади, может, вот такую штучку сделать? Перепонку? Давай, перепонку. Вот. Так. Перепонку.
Ага, ладно, дальше. Дальше, короче. Берешь вот такую штуку. Так, сейчас давай. Я подожди прикину. Так, раз, два, три. Давай-ка вот сюда вот это 4. А назад сделаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ага. 6. И вот здесь вот она одну сюда. И на одну сюда. На одну сюда. Так, ага, ты понятно. Ты вывел там на одну? Так, на одну. На одну сделал, здесь. Конечно. Теперь верхов надо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ага. Нет, даже 8. Так. 8. Короче, это будет грудь. Курячья грудь. Даже но я заделываю. Здесь вот на одну вот здесь еще надо. Вот так вот. На ага. Одну там добавь, короче, а то какая-то она у нас непропорциональная грудь получается. Хорошо, бабка. Так. Доделываю. И низ тоже. Сейчас я вот сделаю. Так, я покажу тебе. Так, я сейчас буду ей делать морду лица. А я буду ее саму делать. Так, ты, я тебе покажу. Ты бокашки сделаешь, я тебе покажу, как крылья делаются. Хорошо. Так, внучатый. Давайте. Раз, я два, тут три. Такое придумал. Помните, раз, бабка два, меня три. Тут до в кукашки делала? Так, я что придумал-то? Так, что ты там бурчишь, я не поняла. Да это я считаю, сколько мы денег поимеем. Денег будет куча. И что получается? Ну, мне 5000 алмазов в месяц. А мне сколько? 1000. Что ты сейчас сказал? Ты сейчас что такое забазарил-то, я не поняла. Ну ладно, 1,5 тебе, 4,5 мне. Я тебе сказала, вот здесь добавить, ты добавил там все? Молодец. Так, все добавил. Получается головёна. Головёна вот такая вот. Так. Ну, ага. Я думаю, вот такая вот головёна должна быть. Ну-ка. Так. Пусть пока такая, а потом, если что, уменьшу. Хорошо. Так, получается, вот тут курица. О. Так, ой-ой-ой, спину забыл доделать, цепилку, ой, точнее, боковушечку. Так. Тут, может, даже 3 этажа курей будет держать, 3. Да, лишь бы бизнес мне алмазы приносил. Будет приносить, я тебе цену уже назвал, да, так. Так, смотри, это получается курица, так, это получается, Так, раз, два, три, четыре. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, пойду. Значит, по 2. Ой, бабка, живот что-то прихватило, сейчас приду. Иди, господи. Ой, опять обожрался своих яиц. Ой. Так. Внучата, естественно, я ничего не короче, сейчас мы сделаем здесь, у нее тут, можно любые зельки создавать. Так, берем наковальню. Так. Дед, ты мне можешь помогать-то, нет? Да, бабка, сейчас приду. О, господи, помилуй. Сейчас приду. Ты такое вообще внучатам своим показываешь, как ты воняешь. Я вообще ни при чем так. Ты давай тут не воняй, а. Креативия. О. Так. О, отлично. Это так. Значит сюда. Так, все. Иду, внучата, это иду. Сюда. Давай, дед, иди. Иду, бабка, бегу. А то я тут одна не буду долго, 3 часа буду делать. Давай, иду, бегу. Так, сюда. Так, сейчас мы им... Ну, похож. Еще на одну надо ей клюво сделать, клюво на одну. Ой, в голове можно портейку куриц держать. Угу. Так, и вот здесь вот еще одну, и сейчас я ей сделаю глазены. Ну и нормуль. Так, сейчас я ей сделаю... А я ей пока дверь сделаю, так. Так, давайте вот что ли сделаем. Вот так вот, и дверь. Давай, оперный ты балет. Так, вот такую вот. Нажала. Так, о, и вот сюда. Кнопка. О, вот такие отлично. Вот они будут глазены. Так. Слушай, так, бабка, ну очень даже неплохо получается. Нормально? Тебе мне нравится, да. Курятина. Так, вот так. Ну-ка. Слушай, вполне. Так, крылья, Оля. Я тебе сказала крылья сделать. А как они делаются? Они делаются вот так, смотри. Хоп. И вот так вот до конца. Хоп. Все, это крыло. Да? Да? Ага. Все очень бабка, просто. Иди посмотри внутри, что там как. Сейчас, давай, ты одно крыло сделай, я второе сделаю. Ага, ладно. Так. Ну, давай. Все. Готовченко, ну-ка. Так, и до конца, прямо до конца. Ой, так красотка-то какая! Тут вся куртка твоя поместится. Посмотри, у меня получаются очень красивые крылья. Да, у меня тоже хорошее крыло. Так. У тебя какие-то страшные, ясно. Залетай внутрь. Нет, подожди, а где лестница? Ну, залетай внутрь так. Да как я так не залезу? Я так давай. Не залезу, мне нужна лестница. Вот вставай на сюда, на ступенечку. Так, ой, подожди, давай. А что так и темно? И как оно? Ну, выпей зельку. Ну, давай. А что это ты мне кинул? Как что кинул? Ты мне кинул. Как чего?
Зельку? Ты что кинул? Какую зельку ты мне кинул? Без креативья. Ты что, совсем? Ну-ка, быстро выпустил меня отсюда, я тебе сказала. Нет, старуха, будешь тут жить. Ах ты, зараза. Ну вот если ты... Ой. Ага! Ох ты, старуха. Я тебе сказала. Живи в курице, будешь знать, как еду в какашки делать. Ты, зараза, ты мне так решила там... Живи в курице, а я пойду с курицами жить в твоей комнате. Все, все. Я придумаю что-нибудь, я и тебе не сдобровать. Конечно, конечно. Ух, внучата, в общем, нормально, там стиле бабки. Хорошая идея. В общем, все, всем удачки, всем пока.